Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в The Last of Us. В прошлой серии мы зачистили базу охотников, от самих охотников, и сегодня надо бы зачистить ее от лута. От полезного, хорошего лута. А нам, наверное, в любом случае, да, сюда нужно было идти, и вот это выход. Хорошо, туда мы пойдем тогда потом. Давайте сначала посмотрим, стоило ли вообще тут всех убивать, и... Может, не стоило, надо было просто тихонечко пройти. Ничего здесь интересного нет, но я надеюсь, что все же есть тут что-то полезное. Как минимум, материалы пополним. Какие-либо. Может быть, найдем книжку какую-то полезную, да, с какой-то инструкцией важной. О, ножом открываем. Вот эти двери... Очень хороши. 50 инструментов, этих шестеренок, точнее. Сразу. Неплохо весьма. Записка, карта потерянных районов для просмотра. Сейчас мы почитаем все, что мы там в прошлой серии понаходили тоже, да? А, так, не могу подобрать ножницы. Даже не пишет, что якобы нет места. О, у нас дубина проапгрейдженная. Я даже не знаю. Возьму дубину, оставлю. Апгрейд просто жалко. Давайте посмотрим, что мы можем скрафтить, может быть. Можем нож скрафтить как раз, так что запросто крафтим его. Аптечку, наверное, тоже сделаем. Наверное. Коктейль. Тоже, наверное, сделаем. Так, теперь можно будет все пособирать. Так, не надо, подожди. Коктейль не надо. Патроны к пистолету. Давайте посмотрим, сколько у нас осталось. 5 патронов. Верный наш пистолет. Еще бы такую дверку бы найти, было бы хорошо. 50 этих, весьма недурно. Так, еще разок. Во, алкоголь, я ж помню, там что-то было, что мы могли подобрать. Так, вот эта штука, по-моему, нам не нужна. Так, Эллип, ты пока присядь, отдохни, посиди. Я бы реально ей бы дал бы винтовку какую-нибудь. Она на всех скриншотах, да, с винтовкой ходила. Я бы тоже ей бы выдал бы какое-то оружие. Ну, может, пистолет для начала, да? Посмотри, как она стреляет. А потом уже винтовку, если что. Так. Что у нас тут? Шоколадка. Отлично. Это что такое? Подсвечивается? Блин, вроде блестит вроде как-то, да? Но не так блестит, как надо. Так. Тут вроде бы ничего. Ну, наверное, за этой дверью было все самое интересное, все самое ценное. Но мы все равно пробежимся, посмотрим, потому что мало ли вдруг где-то шестереночки есть или апгрейды для навыков, да, витаминчики. Надо все взять. Может быть, где-то патроны у этих ребят завалялись. Угу. Он не в шапке, оказывается, был. Я думал, что он в шапке. Ой, как его... разворотила. Танцует. Ну, танцевал, ладно, когда-то. Наверное. Так, хорошо. Вроде бы ничего здесь полезного больше не видно. Пойдем еще. Показалось? Показалось что-то. Вечно что-то кажется. Вечно вот это переливание такое этих вещей, которые можно поднять. Вечно эти все блики... Мне кажется, что какие-то вещи мы тут пропускаем. И по-любому же я кучу всего пропустил, я прям не сомневаюсь. Так, тихо, не спеши. В стол залезть можешь, нет? Не может. Неужели здесь будет пусто? Действительно здесь пусто. Огнетушитель целый и невредимый, вроде бы даже остался. Можно было бы его использовать для чего-нибудь, сделать из него что-то. Так, ну, наконец-то мы нашли что-то полезное хотя бы. Так, это подъем опять же наверх, вроде бы. Сейчас поднимемся, посмотрим. Так, харе. Хары шалить. Фонарик. Вот, шестереночки, это хорошо. Мы нашли очень много шестеренок, так что
Мы сможем хорошенько проапгрейдиться. Записка об уходе из зоны для просмотра. Нажмем обязательно для просмотра. Все посмотрим. Только сначала, пока я ничего не забыл, что где мы тут смотрели, что где не смотрели еще. Надо быстренько пробежаться. Так, давайте вот туда на лестницу посмотрим. Это правильно, я думаю, та лестница. Это вроде не очень похоже, если честно. Да, ясно. Окей. На втором мы вроде бы все видели уже. Осталось только пойти через второй этаж, через выход. Куда-то туда, на ту сторону. Так. Все, я понял. Где мы? Биты лежат. Биты брать не будем. Ага, это мы к выходу пришли, так как мы сюда заходили. Ну, вроде бы тогда. Сейчас давайте еще вот тут пройдемся по этим местам. По баррикадам. Может, еще будет интересненького тут. И пойдем уже дальше, наконец-то. Правильно, там бутылка светилась только и все вроде. Так, ну хорошо, тут мы лутали, да, после того, как нас уже убили, тоже. По улице еще немного надо бы пройтись, осмотреться. Не хочется пропускать что-то, конечно, потому что, мало ли. А вдруг война, мы без патронов, правильно? Но патронов что-то как-то не видно. Особо даже. Ни у кого ничего нету. У мертвых ребят. Это как-то очень грустно. Короче, ничего здесь нет. Пошли на выход. О, тряпочку. Отлично. Нет места. Ну, я надеюсь, что я ничего полезного не пропустил. А то мне ребята почти в каждой серии пишут, что вот я там дверь вроде как пропустил. Ребята, небось, просто уже, да, наиграли много часов, много раз в эту игру и видели, что там дверь. Потому что у меня на видео я ее как... Вот реально не один раз было, я вот осматривался во все стороны и все время где-то дверь у меня сзади была. Что ее там только мельком как-то видно было. Так, да, вон там что-то мертвое этот, военный лежит. И надпись какая-то возле него. О, а вот этих висячих я сразу не заметил. До чего надо дойти, чтобы вешать солдат? Люди в отчаянии способны на что угодно. Так что, получается, мы тут против повстанцев? Выходит так. Повстанцы это типа эти считаются, да? Охотники вешают тут всех. Посмотрим, куда он ведет. Посмотрим. Слышу какие-то звуки лишние. Не сломай шею. Замрели. Давай прислушаемся немного. Ну, вроде никого. О. Так, сколько там уже апгрейдиков? 10 всего. О, как же мало. Так, ну, дымовую бомбу я делать не буду.
Пока вроде бы они не надо. Если коктейли Молотова мне реально понравились, бомбы с гвоздями, с лезвиями в данном случае, наверное, все же пока как-то не получилось нормально поставить, чтобы она сработала хорошо. Лежи, лежи, лежи. Опять они. Хорош возиться. Ну, валим отсюда. Ничего. Вроде нас не видели. Фух. Вот и наш мост. Мы приближаемся. Ну, такое. Не будем терять время. Пошли. Приближаемся. Еще топать и топать. Но определенно мне нравится то, что с какими-то там охотниками, с этими, с бандитами, со всякими, да, с ними как-то проще. И, ну, проще в плане какая того, что... она худая. Не так стрёмно, как с какими-то там зомби, да? Которые бегают, орут постоянно, кусают нас и убивают с одного. Раньше ведь было укуса. Много еды. Ну да, но некоторые старались не есть. Почему? Для красоты. Идиотизм. Так, что, мне снова плавать придется, да? Или, наверное, купаться не захочет? А мне придется поплавать, так. Нет, я не допрыгну. Подсади меня наверх, я положу доску. Куда тебя подсадить наверх? Подожди. Там же прям доску... Туда можно зайти? А ну, подожди-ка. Нет? А туда внутрь можно зайти как-то. Может, стекло можно разбить? Смотри-ка, еще одна плавучая хреновина. Может, мне на ней переплыть? А, ну понятно, мне, короче, плыть за этой хреновине, за этой хреновиной сейчас. Так, а ну... Нет. Или это то место, где мы воевали? Непонятно пока. Но вроде бы попасть туда я никак не могу, так что... Ладно, поплыли, что думать-то? Я бы, правда, не нырнул бы, наверное. В такое болото. Ну хотя, с другой стороны, если... Подожди! От этого жизнь моя зависела, то, наверное, бы. Так. Ух ты. Серьезная машина. Это еще что? Опасное место. Почему я не могу забраться по вот этой штуке? Ну, елки-палки. Что там происходит? Залезай. Кого-то пойдем убили. Через отель. Ну, еще ладно. И прыгнула так. Ну, Эля. Давай. Клади доску, как они. Может, занырнуть попробовать? Может, тут что-то под водой интересное? Машина там? Я даже не знаю. Это... Ну, хотя, блин, запросто может быть. Давайте, наверное, поплаваем. Готово. Все-таки. Подожди еще, или немного. Ты тут так просто не залезешь. Я хочу еще поплавать. Рыба... О, смотрите, да? Да. Давай, бери. А теперь всплывай. Немного отдышись и заныривай дальше. Так, ну тут вроде бы уже ничего нет. Ну, десяток шестеренок — это вполне неплохо.
поплыли. О, вот так-то мы и внутрь этого кафе попадем. Хорошо. Так, а ну занырни-ка еще разок. Нет, там ничего нету. Да. Видимо, не глубоко. Так, ну, во-первых, пойдем на второй этаж заглянем. Нам, наверное, на второй надо, да? И спрыгнем потом, типа. Секундочку. Так, хорошо, продолжаем. Угу. Там на первом ништяки точно какие-то есть полезные. Посмотрим сейчас, что на втором, да. Тут, скорее всего, так вот прыгать придется. Но тут тоже что-то есть. Изоленточка. Витаминки. Ну, кстати, эту штуку можно сделать. Чтобы было место для... Приз получен. На все руки мастер. Да, записки. Я хотел... записка о тайнике. О, давайте. Все, сейчас прочитаем все эти записки. Начнем с записки о тайнике. Сегодня ночью пойдем брать восточный КПП. Я подготовил тайник с припасами в... Оригал Апартментс, он отмечен Красным Крестом. Будем сейчас искать, где это. Может, это апартаменты эти, нет? Вряд ли были бы, да? Так, записки, поехали. А, блин. Во. А, имущество турист. Вроде бы такого мы не читали, да? А, нет, это... Они тут не по порядку, что ли, да? Блин, он тут не по порядку все. Карта засад. Ее мы читали. Записка о тайнике. Карта потерянных районов. Вот ее мы тоже не смотрели, но... Что нам... Это даст? Ну, по-моему, мне лично ничего не дает. Это карта. Так, листовка о предателях. Угу. Такая судьба ждет всех предателей. Помощь предателям карается смертью. Питтсбургский батальон охраняет вас. Мы работаем над восстановлением порядка в карантинной зоне. Записка об уходе из зоны. Полковнику Маккинзи. Карантинная зона Атланта. Сэр, за 14 месяцев мелкий мятеж превратился в кровавую баню. Мы понесли огромные потери и уже практически не контролируем зону. Если мы останемся, нас попросту линчуют. Жду приказаний. Так, можно, кстати, вот так вот листать на самом-то деле. Да, про гнилые отродья червивого дерьма мы уже видели. Так, это если я вдруг забуду, что мне нужно делать, да и куда идти. Игра нам напоминает любезно. Так, хорошо, но мне пока туда не к спеху. Тут, кстати, грибы. Ну, это старые, наверное, какие-то грибы, да, уже? Предположительно. Это какое-то кафе. Питтсбург Апартментс, может быть, на той стороне будет. Фу, где-то. Ну и вонище. На той стороне от, да, отеля. Дерево прогнило. Наверное. А ты я надеюсь. Бывал в кафе? Ну да. Нередко. И что ты заказывал? Просто кофе. Так, ну и все. Не так уж много полезного здесь оказалось. Ну, кстати, можно было сверху спрыгнуть, да? А можно и так пройти. Так. Питтсбург Апартментс. Давайте посмотрим карту, может быть, поизучаем. Карта. Инструкция. Топливный шланг. Отлично. Записка о бомбах. Так, записка. А где карта была? Это точно не та карта, которая нам надо.
Покрутить ее нельзя, нельзя. Крестом отмечено. Оно может... Тут слишком много крестов каких-то. Блин. Так. Записка. Карта Билла. Или я чё, я не, может быть, не... Не, вроде бы снимал карту. Где-то карта пропала какая-то. Блин, я думал, они тут по порядку, по мере того, как мы их находили. Ну ладно, идем. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Я предполагаю, что если здесь лежит кирпич, то охотники не ушли. Я возьму кирпич. Мне кирпич больше нравится, чем бутылка, поэтому... Так, фонарь выключаем, чтобы не палиться. Охотники фонарь, я думаю, точно заметят. Ну, короче, прыгаем уже, да, тут ничего не остается. Тут все чисто, спускайся. Прям чисто? Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Вопрос без ответа, видимо. Нет. О. Для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Так, мне показалось опять. Давненько я не пил кофе. Как бы туда залезть? Да вон же лестница есть. Здесь слишком высоко. Давай осмотримся. Ладно, давай я тебе лестницу поставлю, а ты залазь. Лестница прямо перед носом стоит, а как же туда залезть? Даже я ее заметил. Надо сейчас еще посмотреть. Вот эти руины. Блин, птички поют так хорошо. Давай, 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 ставь. Все, или можешь залазить, а я еще немножко осмотрюсь. Я уверен, что мы найдем что-то полезное. Ну, наверное, не здесь. Вон там я уже вижу какую-то бутылку. С витаминками? Да, витаминки это классно. Так. Да, ничего сделать уже не можем. Я бы хотела остановиться на одну ночь. Да, пожалуйста, в лучших апартаментах. Да что ты несешь? Странная ты какая-то. А вот сейф, слушайте. Я, наверное, не знаю этого кода, да? От сейфа. Поэтому открыть его не могу. А ну, что там пишут? Да, нужна комбинация. А ну, Элли, пошли искать записку. Я буду надеяться, что она здесь все-таки где-то. Я не уйду. Ну, кстати, на втором этаже может быть записка запросто, да? Так что, наверное, поползем на второй. Тут вроде ничего больше нет такого. Окей, потопали. Лезь! Вот, кстати, туда. Мне кажется, нам надо обязательно. Давай, давай. Вот. Да, уже нормально все, давай. А ну-ка. Записка персоналу. 22-10-56. Всем сотрудникам отеля служебный код гостевых сейфов изменен. Новый код, бла-бла-бла. Ну, отлично. Так, харе. Все, все логично оказалось. Все довольно просто. Поэтому слазим и идем за сейфом. Так. А ну-ка, Эля, нужно лутануть сейф по бырику еще. Так. О,
Ножи еще раз улучшены. Повышение надежности. Еще раз, да? В условиях, когда нож является единственным, его прочность приобретает особое значение. Ага. То есть, только если он единственный остается. Блин. Вот мне ребята говорили, оставляй один нож, и раньше я думал, зачем? Ну, в смысле, как можно нож один оставить, если он ломается, если он одноразовый? А тут вот, прокачавшись немного, последний нож будет, наверное, очень прочным. Ой, не то, верни на место. Ну хорошо. Надо как-то поднять настроение. Готов? Готов. Ты комикс почитать хочешь или что? Или я убежал слишком быстро? Наверное. Смотри под ноги. И снова в окно лезем. А, черт. Принесь. Стоп. Сколько же это? Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Интересно. Давай. Блин! Ну что, разомнемся? Блин, как они так умудряются делать, я не понимаю. Давай, Эля, кинь его. О, ножом тоже пойдет. Ушатали. Блин, я думал, я смогу так... Фонарик, может быть, да, у меня был включен, поэтому он меня так спалил быстро. А ну давайте сейчас попробуем еще разок. Так. Да, через зарядочку. Принесь. Что? Сколько же это? Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Оп, да блин. Да что ты, куда ты? Он пошел. Блин, одна кнопочка для... Да все. Давай, добивай меня. Сейчас, попытка завершить. Класс, она в него кирпичом кинула. Одна кнопка для захвата и для открывания ящиков. И он тупо начал ящик открывать. Обалдеть. Ну, правда, не было подсказки, да, что можно, типа, захват сделать. Поэтому он начал открывать. Ну, ладно, сейчас мы их, что, перестреляем всех, наверное. Чё нам мелочиться? Можно, конечно, попробовать там по стелсу походить, но... Не, коктейльчик лучше. А, кстати, может, попробуем вот эту штуковину? Пока они там вдвоем стоят. А, черт. Принесь. Где они? Стоп. Вот они. Сколько же это? Как на меня прям смотрят. На этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Да. Взрывайся. О. Боже, Джоэл. Двоих ушатали. Ну, слушайте, вот попробовали наконец-то эту штуковину. Можно работать. Можно работать так. Один просто смотрит. Лук достать? Интересно, спалит меня? И луком ему, наверное, увидит. А, ну, я попал. Не в голову, конечно. Да. Блин. Так, все, присели. Вот, кстати, можно будет потом лом взять этот.
Ну, я хочу еще луком добить его. Оп, он, наверное, отклонился немного. Куда-то. Он убежал вообще, просто пошел бегать. Ладно, давайте я, наверное, потом возьму эту штуковину, я думаю. Сейчас послушаем. О, еще парочка, да. Блин, надо было. Все, он умер так сразу. Нам его, наверное, больно очень кирпичом кинуло или бутылкой, чем она там у него кинула. Но, видимо, очень больно. Ну-ка. У него пушка. Давай, 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 давай. Вот так его. Хорошо. Присели, присели обязательно. Оп, оп, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Нормально. Перебинтуемся. Ну, хорошо, у нас аптечки уже бинтуют. Так, возьмем теперь. Хотя, два удара нам, я думаю, хватит, чтобы вот этого добить. А потом уже возьмем дубину с собой. Где он там? Ладно, врываемся. Что у тебя там? Попробуем. Ну как? Добей его! Ну что ты? Не есть. Ушатали. Возьмем теперь это. Так, апгрейдим ее, наверное, сразу. Пронесло. Теперь можно и осмотреться спокойно. Это мне нравится. Это просто бутылка. Может, там еще кто-то лазит, конечно. Но вроде бы нет. Патронов ни у кого. Так, стрелу забери. Стрелу, кирпич. Ну, хочешь кирпич, возьми кирпич. Что же в этом ящике такого лежало, что ты его тогда так резко начал открывать? Так. Можно сделать аптечку и теперь собрать вот этого барахлишка немного. Так, хорошо. Еще одну стрелу забрали. Я в шоке, если честно. Я думал, стрелы будут все время ломаться. Так. Ну, я предполагаю, что нам куда-то туда. На свет идти. Но пока мы идти не будем. То, что надо. Это отсюда выпрыгивали вот эти вот ребята, да? Да. Что там дубина у него валяется? Такая же металлическая. Все. Тупик и ничего больше. Двери не открыть. Как-то слабенько. Может, там что-то, какая-то картина была, там, я не знаю, еще что-то, что можно было бы собрать. Так, тут мы были? Не были.
Вроде бы никого. Так, можно еще наверх куда-то пройти. Мануэль, подожди, может быть, нам сюда в итоге нужно будет идти. Поэтому давай-ка мы сейчас пройдемся. Куда-то сюда, да? Нет? Может быть, тут просто верандочка будет какая-то такая, и все. Что? А, воспользуйтесь лестницей. Нет, это неинтересно. Сейчас пойдем обратно, на второй этаж будем идти. Так, шоколадка. Лезвие. Показалось, или я голоса какие-то слышал такие? А, подождите, лестница, это как раз про ту лестницу нам говорили. Подняться типа на лестницу. Ну, наверное. Да? Да, ну как раз, мы там вроде смотрелись. Теперь на лестницу топаем. Угу. Там их четверо примерно где-то ребят. Да, но давайте мы сейчас, наверное, не будем влазить в драку. На этом пока что серию закончим. И в следующей серии уже продолжим бродить по отелю, рассматривать все, искать какие-то ништяки полезные, интересные. Вот, и всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующей серии.